подлый заезд. Ты что, не видишь его, что ли? Ай-яй, ебать, смотри, смотри. О. Ебать. Это еще не самое плохое. Бля. А где... Сервер закрыл соединение, понял. А, походу реально только для двоих. Мне никогда не... Что, вывалился? Посмотри, где, блядь, Вадима заспавнил. А в смысле, это он, что ли? Да. Выбей его. Не-не, погоди, а давай выкатим его. Пошел он нахуй, блядь. Я за вами буду ехать, чтобы увидеть, как вы кончи опоздаете. А, блядь, там блядь. Парковку ебаную надо ехать. Тут это все из-за радио Байрактар. Боже, блядь. Создатель гонки добра и здоровья, блядь. Блядь, еще ее назад возвращаться, выезжать. Да ебаный насрал, блядь. Да я видел, нахуй, но я-то упал, блядь, в яму, блядь. Подожди, подожди, он наверх поехал? Да, блядь, куда, блядь? Вадим наверх поехал. Да, блядь, он конспекты по праву, блядь, читать не умеет, что с ним, блядь, с него взять, нахуй. По какому праву? Говорит, ну он меня спрашивал, как ты направо, так, блядь, стрелка направо, блядь. Я поэтому их и дублировал. Хуя, ну, блядь, налево. Пизда, блядь. У нас тут, блядь, новый конкурент, блядь, у создателя экстремального спуска, блядь. Ля, на туре, сука, дублирует. Ля, блядь. Я же так еще не знаю. Стрелка, блядь, прямо, оно направо. Я хуею, блядь. Блин, ну, мне кажется, повезло создателю данной трассы, что я не зашел, блядь. Я бы ему реально руку попал. Да. Кончи, бро. Я бы ему насрал. Пиздец, блядь. На сервер зайти, блядь. Ну, название гонки, блядь, соответствует, блядь, гонке, кстати. Да, блядь, я знал, я хотел спрыгнуть, но я понял, что пахнет, блядь, пахнет писей пахнет, блядь. О, блядь. Пахнет писюном, блядь, ради... Стар единственное, что стоит между мной, блядь, и нервным срывом, блядь. Так, блядь, куда ты меня ведешь, нахуй? Я чувствую, блядь. Я и есть гонка. Ты видел, что замок. Экстремальный спуск. Ты уже одна тысяча просмотров. Один за один день просто. Один день назад видео вышло, 1000 просмотров экстремального спуска. Да, и 3 лайка от тебя, от меня. Да-да-да-да. Болят? Там, да. Человек 400 было, там только мой лайк стоял. Я потом пожаловался, то, что там всего один лайк за 400 просмотров. Ты там еще что-то написал? Второй поставил. Ой, москалям. Я просто, блядь, каждый раз заходил, новая песня играла. Ну так это ж с радио онлайн, блядь. Там, кстати, радио, ну, тут реально годных 2 радио, оно мемное. Ну и мне, как украинцу, то оно заебись, блядь. И радио там фонк есть пиздатый, вот реально пиздатый фонк. Слушай, а где... А можно радио, солнышко? Самое первое радио, фон. Да я видел. А шансончик какой-нибудь или Монте Карло. Надо, блять, это мы внесем это в разработку. Я могу это написать в книгу предложений? Да. Отлично. Где оно? А хуй знаю. Ага. Понял. Че, ты вылетел? Да. У тебя вот подлый заезд, он сразу начинается с подлого.
Значит, я с Ваней катаюсь. Да я же говорил, да. И он в стену бьется. Да. Так а как мне на это посмотреть, блядь? Ова. Ну, походу, а ты чё тут, блядь? Не прочитал. А я только появился. Так я, а ты меня... чё-то не там, блядь. Так меня выкинуло. Я только захожу, меня выкидывает. У него реально подлая гонка. Я тебе скажу, что даже если тебя не выкинет, ты наоборот легким путем, блять, пошел. Вылететь, блять, это сам, ну, блять, еще не хуёвый вариант, блять, с этой гонкой. Да не, знаешь, я уже привык после экстремального заезда, после мотоскилл теста, после игры в Burnout Paradise с этим товарищем. Не, так знаешь, что в этой гонке, ну, хуже всего? Не рассказывай, я почувствую. Не-не-не, я не про элементы, там, ну, без спойлеров. Самое худшее в этой гонке то, что, блядь, тот, кто ее создал, сидит и ржет с тебя, блядь, в прямом эфире, нахуй. Типа, те мрази, например, хотя бы не знают, как мы страдаем, блядь. Этот сидит, сука, питается нашей энергии, блядь. Так, он там что-то пишет. Понятно. Не-не, сейчас смотри, сейчас он классно пролетит. Вот сейчас будет охуенный момент, блядь. Я тебе говорю, я в 19-м году еще ее создавал. Там я уже первую оценку прошел. Нет, половину запикивать придется, блядь. А. А я понял. А я что-то думал, мы это, знаешь, что-то без записи. На чили. Ну, а да, нас на слушают, блядь, прослушка нахуй на нас. А я просто реально думал, ну мы типа на чили, тут пока на расслабоне.